Ты знаешь, что здесь происходит, не так ли? Ты просто хочешь видеть, как я мучаюсь. Ты действительно так сильно меня ненавидишь? Теперь я поняла, кого защищала держать тебя здесь. У тебя... А их... Я, Папирус, приму тебя с распростертыми объятиями. Что ж, я такого не ожидал. Но все же, я в тебя верю. Ты можешь постараться чуть лучше. Даже если ты так не думаешь, я обещаю. Если ты победишь меня, ты уничтожишь их всех, да? Сотрешь все в одно мгновение? Но я не позволю тебе это сделать. Если ты думаешь, что я сдамся, ты ошибаешься! Какой чудесный на улице день. Цветение цветов и птицы поют. В эти дни такие дети, как ты, должны гореть в аду. В миг, когда провалилась я в ту дыру, я думала, тут много монстров найду. Но время пронеслось, и тогда поняла, что истинный монстр в этом месте лишь я. Обещала Азриэлю не раз, я буду другом, что тебя не предаст. Но пусть вас не смущает безобидный мой вид, мечтаю я тут устроить геноцид. Душу он забрал по задумке моей, не боюсь я ни монстров, теперь ни людей. Пускай Азриэль смог меня задержать, но с твоей помощью, Фриз, попытаюсь опять. Мы сотрем подземный мир, все страхи воплотим. Мы сотрем подземный мир, никого не пощадим. Мы сотрем подземный мир.